Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся практикой, которую нужно обязательно провести до 3 декабря. Почему именно до 3 декабря? Дело в том, что 4 декабря нас ожидает окончание коридора затмений, в то же время у нас ожидает затмение и новолуние. И мы должны с вами подготовиться, знаете, сделать такой рывок перед этими астрологическими событиями, для того, чтобы вступить уже в 2022 подготовленным. А для этого нам нужно с вами расчистить ту территорию, которая есть перед нами. О чем мы это говорим, далее более подробно мы поговорим в этом видео. Поэтому прямо сейчас не переключайтесь на другое видео, а обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя». Обязательно проверьте, включен ли колокольчик и все уведомления, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, а также кому вы желаете всего самого-самого наилучшего. Итак, Луна сейчас у нас с вами, друзья, убывает, и это время, особенно до 3 декабря, включительно, когда мы с вами можем избавиться от всего того, что нам мешает развиваться, что нам мешает заняться своим любимым делом, которое может перерасти в привлечение и в получение нового дохода. Мы никак не можем с вами перейти на новый уровень в развитии, в карьере, в работе и так далее. И проведя именно эту практику до 3 декабря, вы тем самым открываете дорогу себе, вы расчищаете ее, а это очень важно. И поэтому, пока Луна убывает, проведите эту практику, чтобы избавиться от всего ненужного и всего того, что вам мешает и тормозит вас. И обращаем ваше внимание, что именно 4 декабря нас ожидает новолуние, нас ожидает затмение и заканчивается коридор затмений. А это значит, что мы должны с вами подготовиться уже не только к окончанию этого 2021 года, но и также открыться уже и подготовиться, уже начинать готовиться к 2022 году. Поэтому вам нужно обязательно провести эту практику. Что мы делаем? Для начала вам нужно взять листок бумаги. Во-первых, нужно быть в нормальном состоянии, без какой-то апатии, без раздраженности, без злости, ненависти кому-то. Отключите, кстати, также ваши гаджеты, телефоны и телевизоры. Не старайтесь смотреть какой-то сериал и в то же время проводить эту практику, потому что ни к чему хорошему она не приведет или будет сделана просто криво. Вам это не нужно, мы с вами все взрослые люди и понимаем, что если мы не будем это делать честно по отношению, по крайней мере, к себе, то в нашей жизни ничего не будет получаться. Итак, на бумаге вам нужно написать три вещи, от которых вы желаете избавиться до 3 декабря. Что же это может быть? Это могут быть ваши привычки, это могут быть ваши болезни, это могут быть те проблемы, которые на данный момент присутствуют в вашей жизни и мешают вам дальше развиваться. Возможно, вас не устраивает что-то на вашей работе, не устраивает вас в личной жизни. Девочки, мальчики, вы сами понимаете и знаете, что вам нужно в этой жизни и чего вам нужно избавиться. Затем, после того, как вы написали эти три вещи на бумаге, вы должны торжественно избавиться от этого листочка. И не просто избавиться, а бросить это в огонь. Если мы говорим об идеальной практике, вот именно, которую нужно провести до 3 декабря, то она должна выполняться следующим образом. Вы собираетесь на улице со своими друзьями, и каждый пишет вот такую записку, от чего вы хотите избавиться. Далее зажигается костер, все становятся в круг и по очереди бросают записки в огонь. И нужно в этот момент смотреть, как все ваши те проблемы, неудачи, все что угодно превращаются в пепел.
Но мы с вами живем, как правило, все в больших городах, в современном мире, где такого понятия выйти вечером на лавочку, посидеть, посплетничать, вряд ли уже получится. У нас для этого есть у всех телефоны, поэтому мы с вами в нашем современном мире немножко можем перестроить эту практику. И если у вас нет возможности развести костры, достаточно будет того написать, от чего вы хотите избавиться. Далее, громко и внятно обязательно прочитать все то, от чего вы хотите избавиться. Эти три пункта, они могут быть расписаны на листке бумаги формата А4 прямо от начала до конца. Старайтесь это изъясняться, старайтесь говорить, знаете, отправлять посылы в космос, в Вселенную, для того, чтобы, знаете, вот если вы начнете понимать и осознавать, что вы хотите от жизни, во-первых, вам пришло осознание того, что вы хотите изменить, во-вторых, пришло к осознанию и пониманию всех, вы знаете, всех игроков вашей жизни, что пора прощаться с теми или иными проблемами, что пора избавляться от неудач и так далее. Кроме того, у нас идет новый 2022 год, когда вы сами можете много чего изменить в своей жизни. Итак, громко и внятно читаем и далее зажигаем свечу и с помощью пламени свечи сжигаем наши все то, от чего вы хотите избавиться. Свечу вы можете взять любую, обязательно соблюдайте правила безопасности, без них никуда. И далее, этот пепел мы сливаем в унитаз со следующими словами. Откуда пришло, туда и ушло. Слили в унитаз и закрыли вопрос. Если вы проживаете в частном доме и у вас, например, нет канализации, то в таком случае вам нужно пепел развеять по ветру и закрыть вопрос. Следующий этап, который вы должны сделать до 3 декабря, во-первых, это в голове прояснить и понять, чего же вы хотите в новом 2022 году. Обращаю ваше внимание, что время достаточно быстро бежит, и многие люди вот напишут о том, что они не успевают, вот слушают наши советы, наши рекомендации и думают о том, что я это сделаю через неделю, когда наступит та или иная ситуация. Но время, знаете, вот щелкает, прямо щелкает, клац, 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 и многие люди понимают и осознают, что они не успевают. Поэтому вот после просмотра этого видео сделайте все свои домашние дела или на работе, вне зависимости, где вы сейчас находитесь, и в самое ближайшее время проведите эту практику. Вторая часть практики заключается в том, чтобы вы сами для себя уяснили и выяснили, чего вы хотите иметь, желать на протяжении следующих полугода, год. Это очень важно. Особенно это важно проговорить ориентировочно 2-3 декабря, когда мы подходим к новолунию, когда у нас убывающая луна имеет уже не то влияние на людей, когда мы должны думать о том, что нам нужно, что мы хотим с вами привлечь, к чему мы хотим добиться. И следующий год, 2022 год, год тигра, он будет достаточно интересный, потому что не только в отдельности, в каждой стране будут происходить определенные события, но и в мире также. Кроме того, все мы люди, все мы дети нашей планеты. И мы также, каждый человек, если он живет осознанно, с пониманием, поймет то, к чему и он хочет прийти. Потому что мир будет меняться очень кардинально. Это не значит, что вы в одно утро проснетесь и раз, и мир изменится. Нет. Но на протяжении 2022 года будут происходить очень сильные изменения. Для кого-то эти изменения будут очень сильно, знаете, как такие вот сильные, болевые будут происходить изменения, очень тяжелые будут изменения. Те люди, которые не поймут, что им нужно измениться, пересмотреть свои взгляды, не зацикливаться на деньгах, как вот деньги ради денег, иначе им придется попрощаться со своим материальным миром. К сожалению, это так. Те люди, которые не понимают. Поэтому, друзья, мы надеемся, что эта практика поможет многим людям пересмотреть свою жизнь и прийти к тому, что
что им действительно важно и нужно. Через эту практику очень многие люди находят в себе вот силы начать заново жизнь, пересмотреть свою жизнь, знаете, открываются даже глаза на те вещи, которые раньше просто люди и не видели. Поэтому обязательно до 3 декабря проведите эту, с одной стороны, простую практику, но почему-то многие лентяйничают и не могут даже вот это самое простое сделать. Друзья, мы все вам желаем удачи, благополучия. Заходите на наш канал «Эзотерика для тебя». Здесь много полезной, важной и интересной информации. Не пропускайте видео, потому что в каждом видео достаточно много полезной и интересной информации.